Еще раз, как ты это делаешь? Молодец. Доброе утро. Вы видите, какой пар у меня идет со рта? Боже мой, на улице снежок. Денечки идут просто. Ну, вообще, без слов. В основном солнце появляется впервые, но оно обманчивое, потому что оно очень холодное. Ветер минус 11 сейчас, просто чтобы вы знали. На улице у нас сегодня какое? 4 апреля. Вы понимаете? А снег лежит. А снег лежит. Ну что, я по дороге на свою великолепную, замечательную практику. Сегодня обещает быть день насыщенным. Вот. Ну и немножко блок. Надо возвращаться в ряды. Желаю вам пока хорошего дня и хорошего просмотра. Ребята, просто вот вам снимаю, чтобы показать, что какая у нас погода. Как бы говорится, Рождество на пороге, у нас все тут шутят. Сумасшедший ветер на улице, снег, ветер такой, реально себя чувствовала Мэри Поппинс. Фух, красная вся. Вы же не видели, у меня стрижка, которая уже отросла. Вы так представляете, мы с вами так давно не виделись, что у меня уже стрижка моя короткая, которая пиксикат у меня была, она уже отросла. Что сейчас происходит, попытаюсь рассказать в этом видео. Многие жалуются, что малина... Вот это вот ненавижу, мне так это плохо выстриг. Куда ты пропала? Опять нету видео, нету, ты, типа, тебе надоело, ты забросила YouTube. Ребята, я здесь, YouTube я не забросила, времени реально вот не хватает ни на что. Сделала видео для вас, наши 6 лет в Канаде, было 31 марта, так что спасибо за ваши теплые поздравления. Действительно, видео получилось каким-то таким настроенным на детей. Просто на детях видно больше всего, сколько времени прошло, и с детьми связано очень много. И как я написала в одном из комментариев, получается, что, конечно, каждый раз, когда я вижу Идошу, я вспоминаю его маленьким, каким он приехал и каким он был, и как быстро прошло время, вон он сзади, какой большой мальчик уже. Поэтому, конечно, для меня это очень много связано с детьми. Вот. Ну, мои отношения к детям вы все знаете. Спасибо вам огромное за поздравления, за теплые ваши слова и за такое активное участие действительно в комментариях этого видео. Мне было это невероятно приятно. Спасибо вам за это. Сейчас постараюсь выходить чаще. Ну, во-первых, уже теплые дни настали, и я надеюсь, что у меня немножечко больше будет времени, потому что сейчас я... Практически через полторы недели заканчиваю, через неделю уже заканчиваю свой кооп, то есть свою стажировку, вторую часть. Возвращаюсь обратно в школу, будет у меня уже от министерства экзамен большой, финальный. Но при этом я буду продолжать еще ходить в школу практически 2 месяца, и в июне последняя стажировка. Все это время я вас еще раз приглашаю и в салон, в котором я прохожу стажировку, и в салон на мой день клиента, который проходит в моей школе. Что еще? Летом, скорее всего, я не знаю, я буду с детьми дома. Ну, посмотрим, если мне только не предложат работать, остаться в этом салоне. Такая вот у меня вообще как бы настройка с детьми летом быть дома, а в сентябре выйти на работу. Вот, так что... Габусика вон идет моя. Так что мы пришли со школы, сейчас будем делать дела. Вечером мне нужно ехать на всякие поездки. Сейчас не буду говорить, потому что здесь есть маленькие уши. Что? Идошка, тебе дал жвачку. Габуля, мне сейчас нужен телефон. Мне сейчас нужен будет телефон попозже. О, пришла делашка качать права. В общем, сейчас я иду пить кофе, делать детям горячий шоколад. Они попросили, потому что мы замерзли просто как черти, позамерзали. И потом я вам вечером включусь и буду показывать, куда я буду ехать. Я еду. Сегодня, просто не говорю, что он хочет все время ехать со мной. Вот, нам нужны дошки очки там забрать и сделать, конечно же, покупки. И все, мы подстриглись. Покажи, какая у тебя прическа. Вот такая красивая, с такой короткой челочкой. Такой, а каре, какой у тебя каре? Покажи. Не сейчас, сейчас мне нужно позвонить бабушке. Вот такая хозяюшка у нас маленькая, красивая.
Вот, ребята, короче, до включения. Прикольные сухие шампуни появились в Костко. Два флакона и маленькие, можно с собой в дорогу брать. 12,99, очень интересно. Так, я взяла уже сегодня вот эти штучки. Сегодня у меня очень быстрый пробег. Мне сильно много ничего не нужно, я заправилась уже. Костко закрывается через час, поэтому мне нужно очень быстро купить все, что мне нужно. В основном еда, конечно. Поэтому пока что так буду пробежаться по отделу. Что буду интересно видеть, буду вам показывать. На улице ужасный ветер, я прям реально ехала, машину все шатало. Так, здесь мне ничего не нужно. Так, пошли дальше. Такие прикольные детские костюмчики для Габи. Вот такая двушечка, юбочка. Шорт, такая шортики в юбочке. И кофточка. Такой вот наборчик. 10,50. Прелесть. Такие вот есть они расцветки разные. И вот есть синий. Вот можно посмотреть, как это выглядит. Вот так. Симпатично. Вот такой вот. А, это с длинными штаниками. Это со штаниками. С ананасиком. А это что? Это для мальчиков. Это для мальчиков. Шортики и футболочка. Но это на маленьких. На идоши уже ничего нету. Так тяжело что-то найти. А, это на 4-5. Это Twin Pack. Это, наверное, эти тайцы такие. Тайчики. $12. Прелесть. Для идоши очень вообще тяжело что-то найти. Это для малышей здесь. Для малышей вот 6 месяцев, вот 6,99 за $7, бодики такие, классно, хороший, что это, Ошкош или что это, Картерс, ну, Картерс, Ошкош, один и тот же магазин, классно, на Идошку ничего нет, ничего нет, все такое какое-то детское, какие-то вот, что это, Пумы костюмчики на 6 лет, какие здесь есть, 2,8, Пума 2,8 и 2,10. Но эти все сайзы нам уже не подходят, к сожалению. Такие шортики $16. Такой набор. Кокосовые вот эти сухие стружечки, которые я брала. Упаковочка $8. 7,99. Так, еще что-то мне нужно. Сейчас не припомню. Буду смотреть. Вареница. Сегодня что-то получается. Много сладкого набираю. Так, ну у меня квакер я брала, была мне скидка, я брала. Так, для Габи эти яблочки есть. Иду в молочную. Естественно, яйца 5,99. Яйца обязательно. Без яиц мы никуда. 30 штук, 5,99. Это хорошая цена. Так, кофе, чай у меня есть, мне не нужно. Что-то может молочное. Сегодня Филадельфия по скидке, по 8,90 вместо 10,90 взяла тоже, хотя мне не сильно надо, но пусть будет. О, сметана по скидке, $1.95. О май гад. Надо брать. Сметана лишней не бывает. Так, коттедж, в принципе, мы не едим, брать не буду. Без колбаски никуда, 7,90. А, еще я взяла йогурты питьевые, давно не брала, иногда все-таки беру детям, оно прикольно. Иногда, не всегда. Так, пойдем дальше, мне здесь нужно, уже магазин закрывается, людей почти нет. Еще я хочу взять вот эти вот, нам стали нравиться, вот эти джейнс мы берем, рыбка, хэддог. Я не знаю, там на русском, но она нам нравится именно в... Вот такая, да, в кляре. В кляре. В кляре. Такую вот возьму ее. Вкусненькая она очень. В духовке она не готовая. Она только как бы в обжарке. Но, в общем, стоит сколько она? По 13,99. Нормально. Она есть еще с лимоном и перцем. Но она более зажаристая и острая. Детям не нравится. И Дошка любит, и Костя ест. Так, эту картошку я не беру. Дальше что еще? Рыба. Это все мне не нужно. Так, уже в свежее мясо, наверное, буду идти. Летом обязательно уже возьму. Когда-то давно я приехала в Канаду, и мы пробовали вот эти вот assorted fruit sorbet. Это просто реально вот в живых шкурках фрукт, ну вот этих цитрусовых, от кокоса.
от оранжа. Прям вот эти вот находятся мороженки такие, очень прикольные, хочу взять. Но сегодня не буду, еще все равно холодно, 10 штучек за 14 долларов. Надо будет как-то попробовать летом. По-прежнему нашим сладким фаворитом остается банана бред. Дешево, как говорится, сердито, 5,99. Вкусный, свежий всегда. В прошлый раз я брала вот этот лимон Папи Сид Лов. У меня даже в Инстаграм была фотография. Он просто шикарный, крем шикарный, очень вкусный, насыщенный. Но он быстро съедается и стоит дороже. А все-таки буду брать банана бред. Не буду ему изменять. Так, я еще взяла курочку. Ну, ляшечки. Буду делать бульон. И взяла фарш свиной. Буду делать котлетки, да, и буду делать пельмени. В принципе, почти на сегодня, думаю, я закончила. Будет как-то освежить себе досточки. Вот 15,99, две досточки, маленькая и большая. Здесь 27,99, три. Две поменьше и одна такая вот большая. Такие они. Такого бы плана я взяла. Деревянные не хочу, на них и микробы собираются, и они не такие долговечные. Все равно рассыпаются со временем. Вот мне еще нужны на самом деле вот такие штуки. Это что? Это Smart Design Healthline. Это можно стелить внутрь вот выдвижных ящиков. Да, вот мне нужно выдвижной ящик, вот такой типа. Можно на дне выкладывать в ящичках, на кухне, в принципе, в ваннах, везде. Вот он такой ролл идет. Вот такой вот он. Отрезаешь сколько тебе надо. Мне, в принципе, как раз вот такой в ящик и нужен. 10 долларов. В принципе, можно было бы взять. Можно было бы взять. Надо подумать. В конце купила себе кофточку. Вот сейчас я вам покажу, как она выглядит на картинке. Вот такой он. Ой, так не очень хорошо видно, но она симпатичная. Такая с коротким рукавом. Она плотная. Вот такая вот. Вот так она идет. Очень. Я люблю такую ткань. 20 долларов. И все. А кто со мной в машине сидит? Ми. И дочка, потому что он уже большой мальчик, и он может ехать с мамой на переднем сиденье. Так давно мы этого ждали. Откуда мы едем? Мы едем с урока музыки. Да, домой. Домой, у нас выходные дни, суббота. Ой, куча всяких планов. Становится тепло, мы надеемся, что когда-то станет, потому что начал последние 2 дня идти снег. Так что мне здесь колется в руке. А что это у меня здесь? Волос. Вот, потому что у нас в последние дни, ребята, вы не поверите, у нас идет снег. На улице апрель, а у нас снег на дворе. Вчера в салоне у нас включили итальянскую музыку. Такую. Ну, всякие итальянские такие хиты. И, значит, снег начал идти. И такое состояние Нового года, как будто Крисмас на дворе приближается. Вот такие вот дела. Так что, ребята, желаем вам отличных выходных, хорошего настроения и до встречи. Пока-пока. Пока, Эдуша, скажешь? Пока.